Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть. Господи, Ведьмак первый. Да, не проходим не все миссии, конечно. Основные только. По всем миссиям мы просто заколебемся там собирать. Итак, у нас база Саламандр. Саламандр. Волшебница немного переборщила, хотя лучше здесь, чем посреди какого-нибудь зала. Так, а почему я не могу выйти? Так, минутку. Я не понимаю. Сражайтесь, ублюдки! Да. Я тебя убью. Подожди, нет, я тут бомбы же готовил. Так, чтобы разделить, нет. Так, нейтрализует токсичность. Так, других эликсиров нет. Так, нет, это кошка. Так, повышает сопротивляемость. Так, не то. Значительно повышает регенерацию энергии. Да нет, не то. Не то. Да подожди, тут где-то вот. Я не понял. Да? Всех захреначил. Что тут, блин? Вообще не интересно. Так, давай-ка сохраним. Нам потом опять с ними не бодаться. Ведьмак, наше время истекает. Да. Ивин, ты здесь? Нет времени. Открывай ворота и впускай мой отряд. Где Трис? Исчезла. Наверное, телепортировалась. Но перед этим она наложила на тебя щит Алзура. Щит Алзура? Могущественное заклинание! Странно, не помню, что... Ведьмак, мои братья по оружию ждут. Ты что, собрался уничтожить? Есть идеи? Саламандры попадают на свою базу через магический портал, созданный много лет тому назад моим народом. А мы можем им воспользоваться? Трис утверждает, что активировать портал можно при помощи камня силы. К счастью, один такой камень... Вот и все. Портал обнаружен среди эльфийских руин под Визимой и назван в честь его открывателя.
Один из немногих стабильных порталов, он был разработан и спрятан во время изгнания магов из Лизимы королевы. Так, активизируется камнем силы. Так. Все. Пока подождите, сохраню. Где у меня камень грёбаный этот? Мать его. Так, повышает шанс попасть в цель. Подожди. У тебя нет шанса, ведьмак. Посмотрим. Ты не сможешь победить целую армию, глупец. Давай к порталу. Активизируй. Блин, да что здесь что-то? Так.
Давай. Умри, дерьмое. Так. Ну давай. Мы все знаем ситуацию. Белый волк, мы ждали тебя. Конечно. Вижу, все уже собрались. Хорошо. Решим все сразу. Признаюсь, там на болотах я тебя недооценил. Но теперь ситуация другая. На этот раз ты ничем не сможешь меня удивить. Ошибаешься. Вижу, ты научился не оглядываться назад, добиваться своей цели и неважно какой ценой. Эльфы, которых ты сюда привел, обречены на смерть. И ты знал об этом. Я прав? Не думаю. Эльфийская раса обречена на вымирание, на полное уничтожение. Мы, люди, лишь ускоряем неизбежное. И если ты проявишь мудрость и отвергнешь глупые эмоции... А если я не буду ничего проявлять? Я ведь, видишь ли... Ты глупый? Не смеши меня, Геральт! Но это все не имеет значения. Ничто не изменится, разве что одним ведьмаком на свете станет. Великий план предусматривает все возможные варианты событий. Я слушаю. Только быстро. У тебя сложилось неверное мнение о нас, Геральт. Ты борешься за чужие идеи во имя сомнительных принципов. А ведь этой страной, к примеру, правит монарх-дегенерат, который... Более того, во время войны он заботился лишь о своей короне. Я же просил... Еще есть чародейская ложа. Сдается мне, ты подходишь к невероятно ум. Саламандры не злые. Не злее, чем нужно. Так. Я тебя уже предупреждал. Ты не можешь меня удивить, у тебя нет шансов. Проклятье! Гиталзура! Профессор, разберитесь с ним! У меня нет контр... Так, я так понимаю, это должно быть по сюжету. Я просто в этом должен быть уверен, что это должно быть по сюжету. На болотах у Еведа не выдержали нервы. Он мог меня убить и забрать книгу заклинаний. Но поджал хвост и убежал. Щит Альзура подействовал великолепно. Евед смылся, но оставил профессора. В следующий раз ему не уйти. Так, и чё же мы? Геральт, ты как? Что случилось? Тебе нанесли очень сильный удар. Наверное, тебя защитило заклятие чародейки. Щит Алзура. Профессор сбежал, а этот барьер блокирует нам путь. Я найду его. Так, оглядимся. Давай, за профессором. Меня они не нападают. Это уже хорошо. Я тебя убью. Так, сойдет. Вот он, профессор. Признаюсь честно, мне казалось, наша следующая встреча будет другой. Твоя искусственно продленная жизнь очень скоро закончится.
И думаю, я должен рассказать тебе, насколько бесполезная она была. Ты умрешь, понимая, что все это время был ошибкой истории, ошибкой... Ну, еще какую-нибудь чушь скажешь, профессор? Подумай вот о чем. Почему ты всеми силами противишься созданию поколения новых ведьмаков? Ответ прост. Что бы ни говорили о таких, как ты, ты все равно чувствуешь, что в этом мире тебе нет места. Ты обязан своим существованием сопряжению сфер, как и все реликты, появившиеся после сопряжения, те, с которыми ты так... Просвети меня. С радостью. Ну что ж, сейчас... Давай, хренака его. Подожди. Так. Подожди, у меня есть бомбы. Позволяет разжечь. Так, ну-ка, давай-ка. А, нет, это не то, блин. Что ж, иди, твои бесценные сокровища тебя ждут. Ты получил, что хотел, пощадишь? На, нахрен, спокойненько так. Попытка не пытка. Ты умеешь отбивать стрелы? Чё ещё? Что за херня случилась? Я не понял. Что-то развитие, такие события, блин, большие, быстрые. Профессор мертв. Королева. Так, а где у меня кошка? Так. Филин выпьем. Так, зеленая полоса показывает, как много вы набрали токсичности. Почти все эликсиры ядовиты. Избыточная токсичность вызывает отрицательное воздействие и даже может привести к смерти. Ничего страшного. Понятно. Сейчас будем хренакаться с ней, что тогда? На.
Да. Вау! Охренеть, я даже не видел все это время. Что у меня вот это, да? Нет, вот это какая? Охренеть. Так, давайте пропускаем это. Так. Так, тащить любой других эликсиров. Так, сопротивляйся кислотам ядом. Так. Что у меня тут? Ну все, давай. Подпорки? Я могу устроить обвал, чтобы заблокировать проход. Ну давай. Блин. Блин, знаешь, мне надо подпорки как-то рубить. Так, а как мне это сделать-то? Давайте смотреть тогда. Я могу устроить обвал, чтобы заблокировать проход. Бля. Так. Что-то не то. Ну давай. Подпорки? Я могу устроить обвал, чтобы заблокировать. Блядь, да. Так, надо отойти подальше. А то у меня что-то проблемное это. Опять не так.
Ой. Давай, подпорки. Подпорки? Я могу устроить обвал, чтобы заблокировать проход. Ага, она за мной преследует, вот поэтому вот такая вот хрень. Все, понял. Сейчас, у меня где-то есть восстановление, нахрен, кстати. А хотя ласточки, наверное, нет? Не восстанавливают? У меня где-то есть восстановление, которое... Так, алкоголь, так. Так, магический считается самым лучшим вином в мире. А нахрена оно мне надо-то, мне... Так. Вот он. Подпорки? Я могу устроить обвал, чтобы заблокировать проход. Блин, и меня тоже завалило. Блин, так вроде хорошо начинал. Я даже уверен, что я делаю это правильно. Да где ты? Нет, ее как убить надо или как? Вот единственное, о чем я вопросов мучаю. Подпорки? Я могу устроить обвал, чтобы заблокировать проход. Взять все, конечно, взять все. Что-то я взял с него, блин, какие-то документы, что ли. Подождите. Вот этот, так, предмет для задания. Письмо от профессора, готовое к отправке. Потом письмо не хватает, только печати. Нужно право, ну так, чтобы прочитать. Азар, ты дурак, ты должен был предвидеть, что этот мальчишка, Альвин, на которого мы возлагали такие надежды, сможет открыть нестабильный портал. Отчет профессора, к сожалению, вынужден сомниться в позе вашего альянса с принцем Адой. Так, рекомендательное письмо. Пропуск на кладбище Визимы. Письмо, так, нет, не то. Камень силы, ключ, можно открыть портал к базе Саламандр. Ключ базе Саламандр.
Так. Рога Росомахи. Так, подождите. Голова волка. Трофей. Трофей, за которого можно выручить немалую сумму. Это чё? Всё. А это чё? Кольцо с янтарем, кстати. Так, это нахрен. Сохранить, надо сохранить обязательно. В рот компо, чтоб я еще раз эту паука этого долбил. У человека с арахнофобией, это нахрен. Давай. Дамба. Я куда? Опять на первую локацию вышел? Нет, смотрите-ка. Вы чего, ребята? Надо мне было знать, что ты поймешь, откуда поддельные печати. Ошибалась в тебе. Ты не просто убийца монстров. Мои таланты видны при близком знакомстве. Есть шанс, что ты еще не знаешь всего? Увы, я знаю, ты хотела захватить власть, пока нет отца. И я знаю, что твои союзники — саламандры. Я планы не меняла. Я тебя приговариваю к смерти и казнят тебя немедленно. Ваше восп... А, да. Прости, Геральт. Государственный интерес. Тогда у меня право на последнее желание. Поцелуй меня. Хорошее желание. Какая наглость. Но это святой обычай. Хорошо. Не дождешься? Телепортировали. Вот дьявол. Я его репетировал за смех. Не, ну реально смешно получилось. Берег озера. Глава 4, господи, я даже в другую главу перешел. Что случилось? В небе. Какая умная девочка. Мама говорит, я всегда сую нос куда не следует. Очень может быть. Я знаю все на свете. Ну спроси меня. Что это за место? Это берег. Здесь живет рыбак. Там находится темноводье, а дальше поля. На озере есть отмель. Ты действительно многое. Я знаю все на свете. Что? Алина? Дочь Салтыса выходит замуж. Понятно. А еще мама говорит, что сестра Алины Селина неровно дышит к Юлиану. Он жених Алины. Это значит, что ей очень нравится Юлиан. А, значит, Юлиан неровно дышит к Алине. Селина неровно дышит к Юлиану. А Алина хочет получить золото Юлиана. Это точно. Я знаю все на... Так, здесь есть город. Здесь... Подводный город древнего народа. Там полным-полно сокровищ и чудовищ. Кажется, я теряю ход твоих мыслей. А еще я иногда ношу бедным больным эльфам рыбу, которую ловит король-рыбак. А там, на берегу, можно встретить владычицу. Я совсем забыл. Вот глупый взрослый. Ну как интересно. Ты знаешь, кто... Ты дед. У тебя белые волосы. Охренеть. Как у стариков. Ты некрасивый. Ну ты мне нравишься. Свезло. Я знаю все на свете. Здесь на берегу безопасно? Да. Иногда, правда, из воды выползают злые рыболюди и прогоняют того забавного рыболюда.
Умница. Еще. Доброго здоровья. Давай, беги, девчушка. Ладно, помогла ты мне. Терец водяной. Блять, а где вообще выпал-то? Хрен пойми где. Алтарь, ибо владычица озера, богиня старших народов. И так велика и мудра. Блять, а он действительно, смотрите, рыболют. Он не человек, не... Ну, пойми, кто такой. А я Геральт. Я не настолько хорошо знаю твой... Это заметно. Ну, говорить тебе не стоять, значит, ты... Значит, я должен отдать дань уважения. Так быть. Хорошо. Хорошо. Тем более, она вроде человек даже. Хоть и владычица. Блять, рыба лютых. Пойми, кто такой? Так, люди быть страшный враг для водяного. Они нападать злющий ведьмак. Еще один. Я должен поговорить с ним. Да подожди. Как будет? Ведьма на лбу. Ведьма на лбу. Идиот. Значит, я ведьма. Да, так ты. Все в порядке. Мое горе быть велико. Мне жаль это. Мы говори. Мы говори, понятно. До встречи. Отправиться в скрип, чтобы поговорить с ведьмаком. Давай. Дриада! Смотрите, какая красавица! Добро пожаловать, Бел... Приветствую. Если бы не мои горести, я бы поплавала. Какие горе? Давай поговорим. Ты говорила о... Да, просто ужасно. Я потеряла свое чудесное бирюзовое ожерелье, когда плавала здесь. И где ты? Я обычно купаюсь в озере и отдыхаю на этом пляже. Или на острове. Но в ту ночь я осмелилась поплыть по реке, рядом с деревней. Кто такой Зефир? Когда-то он был самым знаменитым вором в Вазиме. Он двигался быстро и бесшумно, как ветер. А теперь он... Жадность определила его судьбу. Он бежал от кого-то в канализацию? Он бежал от кого-то по канализации, но мешок с добычей был слишком тяжелым. Он стал... Он по-прежнему... Конечно. Без сомнения, это он стянул мое ожерелье. А вот... Ладно. Огромное тебе спасибо. Ты замечатель. Хорошо, да. Я буду ждать тебя в конце вон того... Как? Ну, если ты убьешь побольше утопцев, этот вор появится. А... Их надо искать ночью. Больше всего их бывает здесь, на берегу. Так... Наяда, водяная нимфа. Ага. Прощай. А у меня там дриада была. Я... Только, блин, у меня шкуры волка не было, нахрен. Чтобы получить ее карточку. Ух ты, круг увядшей магии. Так. Что еще есть? Давай. Наяда. Ты уж извини, красавица. Сейчас посмотрим, где это. Утопцы. Так. Девочка, ты меня извини. Ну. Труба зовет за утопцами. Здесь на берегу где-то, да, значит? Так, ладно.
Лодка. Хижина короля рыбака. Утопится. Хренака его. Это привычка. Так. Где плюс кинжал? Корзина. Эй, давай. Взять все. Что у нас там? Волки, волк. Так. Что здесь? Проход в поля. Какой-то. Ладно. Дорога к полям, указатель. Куда я сохранил? Блин, куда-то на другую локацию, что ли, перешел? Проход к деревне. Я не туда пошел, да? А берег озера, подождите. Охренеть, тут запутаться можно. Указатель. Только что-то, блин, я не понял. Мне в канализацию надо спуститься, я так понимаю. Берег, задание. Оказалось, что Саламандру поддерживает Ада, дочь короля. Круги на воде, мне кажется, у людей с водяными какие-то конфликты. Я узнал существование другого ведьмака, который взялся так решить проблему. Оказалось, что сотрудничал с Саламандрами, хотя и не по своей воле. Я убил утопцев на берегу озера. Осталось еще две группы.
Ладно, сначала к деревне, если я выйду, то смогу. А чё за хан-то? Хрен пойми. Ну, хан какой-то. Ладно, давайте глянем. Так. А, вот оно где. Не смыкуется, ладно. Пока у меня без надобности, хан. Яга. Дом. Что за дом нахер? Как это новая территория, луга. Склеп, мне вот склеп надо. Давай. Так, хоть правильно иду-то. Поля, действительно, поля нахрен. Мать твою, мог бы и залезть. Дверь у нас здесь только в склеп. Давай, залазим. Давай. Вот так. Ну? Вот так. Это что такое? Челюсть. Даже не знаю, на что поменяй. Нервки Киморы королевы. Давай-ка вот так посмотрим.
Давай. На. Так, где у меня кошка? Не вижу. Подожди, у меня знаешь, что есть? Нормально, скажи враж. Ну? Давай. Ну. Так, а мне что использовать-то можно еще? Подожди.
Подожди, у меня где-то вспышка должна быть. Подожди. Подожди, у меня масло должно быть. Вот так вот. Голова, так, которую можно выручить за немалую сумму. Ой. Подождите. Понятно, в этом краю нету. Ой-ой-ой, блин, мне прям за головой за этой прийти, что ли, она, если она будет, конечно. Где кто? Так. Ну да. А
Но. Так, круг бесплодных земель. Что-то не понимаю. Так, что-то я взял какую-то ярость или что? Ярость Кикиморы. Блин. А я ведь слышу, как эти твари там ползают где-то. Выходим отсюда. Ну-ка, здесь мы были? Не, смотрите-ка. Выходим, нет? Больше у нас здесь ничего нет. Ну давай, зачищай. Вылазим, ладно, из подземелья. Не могу понять. Так. Приход к деревне. Вот к деревне давай пойдем. Как мне только туда подойти сейчас? А если меня там любят и ждут? Яга. Мать его.
Давай быстрее. До утра. Чтобы не мешало мне. Нет. Вот белый медведь мне надо. Давай. И чуть-чуть отдохнуть. Девица или полудевица, блять, даже не знаю, как ударение ставить. Давай, правильно, хоть бегу так. Правильно, где-то здесь должно быть. А вот дорога к деревне. Геральт! О! Лютик, как ты сюда попал? Через телепорт. Я тоже. Меня сюда телепортировала Трис, это было удивительное ощущение. Всегда хотел это попробовать. Она сделала это для тебя? Должно быть, она заболела. Зачем Трис тебя телепортировала? Скажем так, она спасла меня от поцелуя смерти. Интересно, какое чудесное место. Не имею ничего против. Здесь царит поистине магическая атмосфера. Крестьяне довольны и счастливы. К чему ты ведешь? Намечается свадьба. Алина, дочь Салтыса, выходит замуж за Юлиана. Нашим Альвином? Если, конечно, у него нет брата-близнеца. Лютик. Да, Трис просил тебя присмотреть за ним. Что-нибудь еще? Кажется, нет. А теперь быстрей в таверну. Какая-нибудь очаровательная. Понятно. Так, река, место купания Неяды. Дом Алины. Проход к берегу. Ну давай, блин, это хрень. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Ну и пока, сохраним.